Так, ребята, тема у нас, короче, такая. Жду тебя в гильдии Диктатура. Если ты взрослый адекватный игрок, от 160 тысяч силы битвы гильдии не пропускаешь, активно играешь. Босс у нас 17:00. Взносы, конечно же, отсутствуют. Так что присылаем заявочки, со всеми разберемся. Итак, привет, друзья. Ну что, сегодня будем очередной раз штурмовать волну АБ. И сегодня будет этот штурм немножко необычным, потому что мы пойдем на АБ без использования Гаргула, а будем юзать сегодня именно друида. Но для того, чтобы нам использовать его, мне пришлось поменять расстановку. Скопировал, кстати говоря, расстановку у Андрюхи Рылева. Ему за это спасибо. Вот, он проходил непосредственно волну АБ с помощью друида. Вот, но у него, правда, был дракон, но я вместо дракона возьму гарпию. Но, к сожалению, она у меня только первой эволюции, и она держать как дракон удар не сможет и может быстро вырубаться. То же самое касается и Купидона, хоть он и второй эволюции, но все-таки тоже может быстро падать. Конечно, не хотелось бы сейчас специально ради волн тратить 5000 кулачков и эволюционировать гарпию, но сам факт, как гарпия как дебафер может заменить дракона, но держать как дракон удар она не сможет. И в этом у нас получается косяк. Фишка этой расстановки заключается в чем? На прошлой расстановке было явно заметно, что моя тыква не активно бегает, где ей нужно было бы бегать по всей, то есть карты. То есть бывает там начинается какая-то заруба, герои все прутся, там разбираются, а тыква стоит на месте, ни хрена не делает. Но в этой расстановке вот расположение тыквы, то есть она будет тут в принципе по всей расстановке бегать, по всем углам и всех заряжать. Также тут друид черепа вниз спустил, тоже пускай везде бегает. Влад будет этот край охранять. Гарпия будет тут пытаться обороняться. Ну, не знаю, посмотрим, выдержит она или нет. Ну, тотемы неинтересно. Там сидит Валентина и Дрейк. Там, в принципе, плевать, кого всовывать. Солдатики, понятно, построены для того, чтобы отвлекать, допустим, смерть на себя и каких-то других таких вредных героев. Также давайте зайдем, проверим артефакты, что у меня там стоит. Короче, кубок жизни всунул всем героям, которые могут быстро подохнуть. Это гарпия, тыква и купидон. В принципе, гарп этой тыкве меч молнии тоже подошел бы, потому что тут увеличивается скорость бега на 30%, и было бы для нее полезно, если бы тыква могла очень быстро бегать. Но что-то я уже немножко тестил, пару попыток потратил на волну АА и заметил, что, блин, ну тыкву рубят, рубят конкретно. Все-таки кубок жизни нужен. Свиток мастерства нам нужен друиду, пускай он с ним сидит. Тут, в принципе, все понятно. И глаз Гаруда у черепа. Ладно, не будем кота за яйца тянуть. Погнали, погнали пытаться проходить волну АБ. Вот у меня тут как раз таки 6 попыток. Давайте начинаем. Так, что у нас тут? Ну, в принципе, все с одной стороны пошли. Достаточно неплохо. Так, у нас тут Купидон и Друид разборки устроили. Пока что все хорошо. Вот, кстати говоря, у меня Друид тоже только первая эволюция. И он хилить всех будет где-то по 30 тысяч. Вот. А если бы он, к примеру, был второй эволюции, то на волнах он хилил бы всех уже по 50 тысяч. Это было бы круто, ребята. Я даже когда видос записывал, делал обзор друида со второй эволюцией, то, конечно, хилит он на волнах очень хорошо. Но на волнах больше всего он будет хилить, потому что, допустим, в других локациях, там же друид чаще всего не стоит на таблетках, а таблетки дают определенный баф, то есть к защите и количеству атаки. И за счет этого он, допустим, на волнах будет хилить больше, чем если вы его будете выпускать, использовать где-то в подземельях. Ладно, ну смотрим, нам уже тут пол расстановки раздолбали. Так, главное, чтобы сраный Атлантикор не врубился. Так, тут стан проходит, череп рубит всех, глаз Гаруды. Глаз Гаруды, вот как раз, глаз Гаруды помог черепу в борьбе с Атлантикором. Видели, там глаз Гаруды кинулся на Атлантикора. Так, ну что у нас здесь? Вот эта вот злая пачка потом пойдет наверх, и ее будет встречать Гарпия и Купидон. А, да.
Так, ну что, в принципе, смотрите, пол расстановки нету, да, снесли тут, бомбанул кто-то, но башни, тем не менее, все у нас остаются целые, герои у нас, если я не ошибаюсь, потом поправите меня, тоже все живы. Так, ну смотрим, что у нас сейчас получится. Так, Влад тут помогает, но, блин, там у нас герои передвигаются. Давай уже вырубай быстрее этого Купидона. Блин, посмотрите, какой урон проскакивает, а Купидона вырубить не могут. Там по 100, по 150 тысяч прилетает тыква. Тут, короче, ударилась в бой. Вот, и пока что все нормально. Держит удар. У меня даже ХП не отнимает. Так, Атлантикор, Суккуб и Друид. Так, Череп, давай руби всех. Тут Фея прилетела. Это очень опасно. Опасно, опасно, но нормально, нормально. Две башни только потеряли, вроде герои все целые. Так, АБ-4 волна. Ну что, откуда у нас тут мест бежит? А, вот он как раз побежит, сволочь. Он здесь, походу, бежит, да? Там, где у нас раздолбана расстановка. Это опасно. Ну, тыква тут вроде отрабатывает. Хрен его знает. Или он... А, нет, он с этой стороны пошел. Так, ну, справляемся, ребят, пока что справляемся. Пока что у нас все хорошо, но, тем не менее, посмотрите, осталась только одна башня и таблетки. Это очень плохо, ребят. Это очень плохо. Так, ну. Так, 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 все, с Месом справились. И мы дойдем сейчас до АБ пятой волны. И тут нам, конечно, поможет только чудо, наверное. Так, пачка уже снизу вышла, и это чертовски опасно. Череп бежит со второй эволюцией, Гарпия бежит, короче, демон бежит. Давайте разгон, короче, херачьте. И неужели с первой попытки пройду? Давай, давай, не давайте ему включиться, блин. Давай, давай, смотрим, смотрим, смотрим. Давай, тыква. Блин, походу тыкву рубанули, что ли? Почему разгона нету? Где разгон? Так, ну демона почти добили. Демона почти вырубили. Давай, давай, давай. Вася, Вася, давай. Давай, ну. Блин, твою ж дивизию. Череп, главное демона вырубить, с остальными справимся, плевать. Давай, ребята, блин, одна таблетка осталась, твою ж дивизию, нет, тыква, 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 давай. И, ну, чё, всё, короче, всё, могу выдохнуть, прошли АБ волну, причём с первой попытки. Ну, реально, вот, без, ребят, без вранья вам говорю сейчас, потому что до этого, когда с Андрюхой расстановку строили, мы тестили АА волну, и там мы, конечно, ни хрена не прошли. А сейчас я хотел 6 попыток потратить, вот, а потратил только одну и прошел АБ. Ну, чё, огромнейшее вам спасибо за то, что болели, вот, вот так вот. Короче, с вашей помощью мы прошли данную волну. Фух, теперь у нас АЦ волна. Но это, наверное, в каком-нибудь другом видео будем тестить, пробовать вот АЦ волну. А на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться, там все дела, ну как вы любите. Всем пока и побольше вам удачи.